В настоящее время во всех регионах нашей страны ведутся масштабные созидательные работы, закладывающие фундамент построения нового Узбекистана. По инициативе главы государства на базе научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов АО «Алмалыкский ГМК» было создано акционерное общество «Узбекский технологический металлургический комбинат». Напомним, что в рамках реализации первого этапа проекта в 2022 году была налажена деятельность полностью автоматизированной фабрики тонкого обогащения. В том же году специалистами АГМК впервые в нашей стране была разработана и внедрена технология переработки вольфрам, содержащих техногенных отходов, месторождения ингичка в промышленных масштабах. В результате запуска обогатительной фабрики создано 82 новых рабочих места, и за счет собственных средств комбината освоены инвестиции в размере 0,4 миллионов долларов США. С внедрением технологии переработки вольфрам, содержащих техногенных отходов, в 2023 году получено 100 тонн вольфрамового концентрата на сумму 5,7 миллиардов сумов. Кроме этого, изготовлено 27 тонн вольфрамовых штабиков для экспорта на сумму в 1,8 миллионов долларов США. В рамках программы локализации было произведено и поставлено АО «Новоиски ГМК», АО «Узмедкомбинат» и структурным подразделением комбината, а также другим малым предприятиям 36 тонн твердосплавных композиционных изделий с содержанием вольфрама. В эти дни в структуре этого предприятия ведутся работы по реализации второй фазы проекта по переработке более 19 миллионов тонн техногенных отходов с вольфрамового месторождения ингичка. В рамках проекта на территории бывшего предприятия «Ингичкинская опытно-технологическая экспедиция» проводятся работы по реконструкции. В результате реализации проекта будет налажена деятельность второй фабрики тонкого обогащения. Вторая наша ингичкинская обогащенная фабрика в дальнейшем будет производить около 185 тонн стандартного концентрата. Стандартный концентрат получаемый из техногенных отходов, в котором содержится содержание воды от 0,03 до 0,08%. Здесь идет процесс обогащения. Первая идет винтовая сепарация, вторая идет концентрационное составление, потом в дальнейшем она идет флотационное обогащение. Потом в конце получаем стандартный концентрат по вольфраму, который идет в дальнейшем переработка на гидрометаллургическое производство. Получаем уже соли вольфрама. В настоящее время специалистами треста «Алмалык Металлург Курлыш» выполнены ремонтные работы на 90%, а работы по монтажу технологического оборудования выполнены на 95%. Ремонтные работы коснулись цехов фабрики, лаборатории, а также хозяйственных и бытовых помещений. Было закуплено 43 единицы нового технологического оборудования 9 типов. По инвестиционному проекту выполняется работа по монтажу и строительной работы второго обогатительной фабрики. Ведется работа по установке новых оборудований, ремонту зданий, сооружений и благоустройству нашей территории. Добавим, что общая стоимость проекта на объекте составляет 10,5 миллионов долларов. Примечательно, что в результате запуска проекта будет создано 120 новых рабочих мест.